Всем привет! В прошлом году была самая продаваемая колонка Mirinda MR1010. Сейчас представляю вашему вниманию колонку Eltronic V210. Это та же Mirinda, только добавили еще подключение пассивной акустики. Поставляется она вот в такой эко-упаковке. Тут все характеристики. Можете на паузу поставить, прочитать. В комплект входит радиомикрофон, пульт дистанционного управления, крабики для подключения внешнего источника питания на 12 вольт, допустим, аккумулятор автомобильный, и для подключения к сети для зарядки и работы от сети 220 вольт. Инструкция на английском языке. Колонка от MR1010 практически ничем не отличается. Есть ножки боковые, можно ставить боком, ложить ее. Может так ставить. Телескопическая ручка. Колесики. USB, SD вход. Управление громкостью басом, высокими частотами, управление микрофоном. Есть приоритет микрофона, AUX разъем. Входы под микрофоны и инструменты, и также выход под пассивную акустику. Вот как раз вход под 12 вольт, под дополнительный аккумулятор. Если на природе разрядился, можно аккумулятор подключить. Сейчас я включу. Play by USB drive. Можно добавить высоких частот. Можно низов просто добавить. Чувствую запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы попрощались с тобой. Также здесь еще добавили дополнительную подсветку. MR1010 она подсвечивалась только по кантику, MR1010A только динамики. А в этой модели сделали и динамики, и по кантику. Так будет интереснее, красивее. Подсветка отключается. Мы являемся владельцами бренда Eltronic. Лучшие цены только у нас. Также знайте, от 10 тысяч рублей доставка у нас бесплатная. Закажите прямо сейчас. Ссылка на сайт и номер телефона будет в конце видео.